Жила-была баба-яга. Не с кем было ей поговорить. У нее только был братик-кот. Отправилась она однажды на прогулку. Летит-летит и видит, вдруг колобок катится. Катится очень быстро-быстро, а за ним лиса. Пожалела баба-яга колобка и решила уже помочь. Взяла она колобка в ступу и улетела с ним. Прилетели они домой к бабе-яге. Предложила колобку остаться у нее, он согласился. Колобок помогает по хозяйству, а бабе-яге очень весело. Стали жить вместе и поживать, и добра наживать.